Спонсор прогноза погоды – салон «Штор Алиса». Салон «Штор Алиса» – распродажа портьерных и тюлевых тканей со скидкой до 50% за наличный расчет. ТЦ «Ермак», Вольница, павильон 10А. В субботу, 15 апреля, в Тюмени плюс 2 градуса, в Сургуте минус 4, Нижневартовск минус 4, в Казани плюс 8 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 11, в Москве плюс 9. В Тобольске переменная облачность, возможны осадки. Утро минус 2, минус 10. В ночные часы минус 1, минус 4 градуса. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду.